Вы поняли, о ком я писала? Да, это был Игорь, мой лучший друг. Он единственный, кто обо мне заботился. Он даже взял для меня Мартина. Его же мне родители обещали, но, как всегда, не сдержали своего слова. Вернуться домой? Зачем? Я же дома. К родителям. Да не нужна я им. Друзьям, которые в лицо говорили мне, что я проститутка. Вы же знаете, что дети самые жестокие создания. Не отравили, потому что моя лучшая подруга приревновала меня. Вы ее видели? Ничего, она не сожалеет. И вообще, мне все устраивает. Там сплошная ложь и неправда. Все пытаются причинить тебе боль. А здесь мне хорошо. Я выхожу на улицу, гуляю, пишу рассказы. Только теперь они глубокие и честные. Игорю они очень нравятся. И мне не нужно ничего зашифровывать. Игорь, записал ты на подготовительный курс Лондонского университета. Литературный факультет. Он верит, что я стану известной писательницей. Я же с детства об этом мечтала. Вы думаете, что прошли дневники, все обо мне знаете. Но вы ничего обо мне не знаете, как и мои родители.